не показали. Действительно, пауз нет. Сейчас гораздо важнее игра. Вторую мы рассмотрим и потом. Обязательно смотрите программу «Все на матч» после игры Барселона-ПСЖ. Все разберут коллеги. Ну, а у нас еще минут 6-7 эталонного футбола. Левый штрафной Неймара. Теперь уже очевидно, что именно он будет его исполнять. Короткий разбег, удар. Хороший удар! Есть же! Концовка будет! 4-1. Два осталось, Бас. Два осталось, и теперь становится очень важно количество минут, которые добавит Денис Айтекин. На 88-й Барселона забивает четвертый. ЖГЖ Крыховика готовит к появлению в игре Унай Эмери. Великолепный удар Неймар. Кевин Трап не верил. Просто там, казалось, некуда мячу деваться, а он юркнул под самую штангу. Блестяще. Если бы не забил Кавани тогда, то сейчас уже было бы равенство в этих двух матчах, но гол Кавани...